тапиры – большие травоядные животные, внешне чем-то напоминающие наших свинок. Их достаточно легко узнать по небольшому гибкому хоботку на конце мордочки или яркой пятнистой окраске у их детенышей. Эти животные предпочитают вести скрытный образ жизни, поэтому основную активность проявляют чаще всего в вечернее и ночное время суток. Они любят прятаться в густом подлеске и предпочитают держаться поближе к водоемам и ручьям. Это достаточно агрессивные животные, но несмотря на свой трудный характер, они предпочитают держаться парами. Первыми на людей не нападают, только в случае самозащиты. Общение друг с другом происходит при помощи свистов и пронзительных криков. Родиной чепрачного тапира является Юго-Восточная Азия. Они встречаются на территории Таиланда, в его центральных и южных областях, на острове Суматра, в Мьянме и в Малайзии. Внешне тапиры действительно чем-то напоминают свиней. Вырастают они до 2 метров в длину и 1 метра в высоту. Но не всегда крупными особями являются самцы. Чаще всего у тапиров наоборот, самки крупнее самцов. Масса их тела колеблется в районе 250-320 килограммов. Цветовая гамма малайского тапира не блещет яркостью и разнообразием. Его легко отличить по черно-белому или черно-серому окрасу. Само животное целиком окрашено в черный цвет, и лишь на спине и по бокам располагается огромное светлое пятно белого или светло-серого цвета. Отсюда и пошло видовое название этого животного. Ну и на кончиках ушей также можно заметить светлую кайму. Продолжительность жизни 25-30 лет. Чепрачные тапиры частенько совершают серьезные миграции в горы и на равнины. Это зависит от наличия или отсутствия осадков. С наступлением сезона дождей они перебираются повыше в горы. Причем делают это без особых усилий, так как они хорошо бегают и способны взбираться на крупные склоны и возвышенности. Частенько в этот период их наблюдают на высоте 800-1200 метров над уровнем моря. Большую часть рациона чепрачного тапира составляет молодая листва и побеги. За ними следуют плоды травы, мхи. Постоянных пастбищ у них нет, поэтому животные кормятся на том месте, где находятся в данный момент. Итак, экзотические свинки-тапиры. Большие травоядные животные живут парами, могут быть агрессивными. Живут 25-30 лет. Питаются листьями и побегами. Благодарим за содействие в создании ролика «Экопарк Фельдмана». Зоопарк, контактный дворик, веселая анимация, обучающие экскурсионные и шоу-программы, развлечения для взрослых и детей, анималотерапия и многое другое. Контакты на экране.